Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Я залетел в лонг на биткоине, у меня активировался ордер. Вышли данные по инфляции, и биткоин улетел вверх, но затем резко развернулся. И ровно такое же движение биткоина мы видели в прошлый раз. Сначала идем вверх, и затем резко вниз. И затем снова идет восстановление. Я заходил в биткоин по цене примерно 27 тысяч долларов, но я покажу вам сегодня еще эту сделку. Подпишитесь на канал, где уже 78 тысяч подписчиков, поставьте лайк, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои обновления. И вот вам интересная новость. Правительство Соединенных Штатов продало 9 тысяч биткоинов, ровно после того, как были опубликованы данные по инфляции. И, конечно, все это привело к резкому падению биткоина. Поговорим об этом. Ну а прямо сейчас давайте перейдем к техническому анализу по битку. Открываем графики, смотрим на биткоин. Вот здесь биткоин проходил вверх и затем резко развернулся. И вот эта тень на свече как раз и подхватила мой ордер. А если вы смотрели мое прошлое видео, вы знаете, что я как раз и прогнозировал такое развитие событий, что биткоин будет опускаться на отметку 27 тысяч долларов. И посмотрите, какие торговые объемы на биткоине. В этой 4-часовой свече было проторговано 67 тысяч биткоинов, а в следующей свече 63 тысячи биткоинов. В этой часовой свече было проторговано 57 тысяч биткоинов. И, как я уже сказал, правительство Соединенных Штатов продало 9 тысяч биткоинов. Короче говоря, у меня тут активировалась сделка в лонг по биткоину. Я уже получаю профит по этой сделке. Но если вы тоже заходили в сделку вместе со мной, поздравляю, вы уже тоже получаете профит и переставляете стоп-лосс в безубыток. Но если вы не зашли ни в какую сделку, то давайте подумаем, где бы это можно было сделать. Как по мне, то на 4-часовом таймфрейме формируется фигура голова и плечи. Вот плечо, голова, плечо. Так что я ожидаю, что он может пройти на 25 тысяч долларов. А именно там у меня стоит и вторая торговая идея. Так что можете тоже зайти по этой торговой идее. Здесь риск составляет 416 долларов, а заработать можно 9822 доллара. Это если вы торгуете без плеча, с 10-м плечом вы можете заработать 98200 долларов. Обязательно поставьте лайк этому видосу. Давайте наберем 1000 лайков. Включите колокольчик, чтобы не пропускать мои обновления. И вот она ссылочка на регистрацию на бирже Bybit. Регистрируйтесь, и вы можете получить бонус до 30 тысяч долларов. Крутая биржа Bybit, я сам торгую в основном именно здесь. И обязательно, ребята, прямо сейчас присоединяйтесь к моему бесплатному телеграм-каналу с торговыми идеями. Потому что именно там вы можете получать самую свежую, актуальную и важную информацию по криптовалютному рынку. Здесь уже 8437 трейдеров. Я забрасываю сюда важную информацию. Вот, например, написал, что моя сделка активировалась на биткоине. Здесь также меня благодарят за мои торговые идеи. Джеймс, пожалуйста, скажи мне, где выходить, если цена пойдет в обратную сторону. Я зашел на всю котлету, и у меня проблема в том, что я не знаю, где закрываться. Но сейчас я покажу вам самое интересное. Один из моих подписчиков, которого зовут Дилмани, он обнаружил эту важную информацию. То, что правительство Соединенных Штатов продало 9819 биткоинов. Вот этот кошелек Silk Road. И 3 недели назад они сделали то же самое. Продали 9819 биткоинов. Они выпускают биткоин на рынок. Именно поэтому он и проливается. Вот еще посмотрите, конфискованные фонды. Они имеют 30175 биткоинов. Там еще 40 тысяч биткоинов. То есть им есть еще что сливать на рынок. Буквально 20 минут назад они это сделали. И спасибо Дилмани за то, что нашел эту очень важную информацию. Поэтому, ребята, обязательно присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, чтобы не пропускать такие важные новости. И еще раз напомню, что если вы хотите торговать, торгуйте на Bybit, регистрируйтесь на Bybit по ссылке, которая есть в описании под этим видео. Во-первых, 30 тысяч долларов бонусов вы можете получить. Во-вторых, вы получаете 100 долларов, если пройдете процедуру верификации. И третий очень интересный момент. Вы можете открыть позицию на 1000 долларов в лонг или в шорт. И это абсолютно бесплатно. На моем торговом аккаунте на Bybit открыта сделка в лонг по биткоину. Она в плюсе на 240 долларов. Также у меня стоит еще один ордер на покупку биткоина по цене 25281 доллар. Вот по той торговой идее, которую я уже дал сегодня. На 25281 доллар я поставил цену входа. Стоп-лосс на 24835 и тейк-профит на 34929 долларов. Но посмотрим, действительно ли опустится биткоин на 25 тысяч или все-таки удержится на 27. Здесь я все-таки вижу голову и плечи, так что вполне вероятно мы прольемся на 25.
Ну вот, как раз все бонусы, которые вы можете получить, если зарегистрируетесь по моей ссылке на Bybit. Получите $60 и еще на $1000 откройте торговую позицию. В общем, узнайте все детали по ссылке, которая есть в описании под видео. Также чат года у нас растет, уже больше 100 тысяч подписчиков. И вот я такой твит сделал. Обратился к основателям OpenAI. Мы уже достигли лимитов на своем чат-годе. Мы растем быстро, у нас уже 105 тысяч пользователей. Мы хотим предоставить им сервис наилучшего качества. Наша команда пытается с вами связаться. Вы уже прямо сейчас можете пользоваться чат-годом через Telegram или WhatsApp. Это LeBron James, баскетболист NBA, в кроссовках от проекта Artifact. Сменил себе эти кроссовки. И, кстати говоря, мне тоже подгонят скоро такие кроссовки. PayPal держит $499 миллионов в биткоинах. Это биткоины пользователей PayPal. Это очень хорошие новости. Ну что ж, прошлись по рынку, прочесали последние новости. Узнали, почему биткоин сначала прошел вверх, а затем вниз. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Всем желаю хорошего дня. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Я внимательно наблюдаю за рынком, за биткоином. Для того, чтобы оперативно принимать решения. Будем наблюдать за торговыми объемами, потому что это очень важно, один из ключевых показателей. И, конечно, будем смотреть за тем, что будет происходить на очень важном уровне поддержки для биткоина. Но вот этот пролив объясняется тем, что правительство Соединенных Штатов продало 9 тысяч биткоинов. Резкий был, конечно, пролив, поэтому я думаю, что будет восстановление в данном случае довольно быстро. И очень хорошая новость заключается в том, что рынок очень быстро и легко поглотил эти $9 тысяч, которые продало правительство Соединенных Штатов. С вами был Джеймс Криптогуру, и увидимся завтра!